сорт острого перца Семпот SR Gigantic Yellow. Семпот Конго гигантский желтый. Это очень крупные плоды, ребята, посмотрите, какие плоды у него крупные. Сейчас я возьму в руку, покажу вам. Смотрите, размер плодов. Плоды точно что гигантские. Вот такие вот плоды в ладони. Это сорт многолетний. Относится к виду Capsicum chinense. Высота куста может достигать до 1 метра в высоту. Если будете выращивать у себя на подоконнике, высота будет где-то в пределах 70 сантиметров. Срок созревания у такого перца от 100 до 120 дней. Острота от 800 тысяч до 1 миллиона скобелей. Это очень и очень острый перец. Созревает он от зеленого цвета. Потом становится вот такой вот, смотрите, по краям оранжевый. И постепенно опускается вниз. Размеры, смотрите какие. Это просто гигантские плоды. Он очень толстостенный, очень сочный. У этого перца фруктовый сладкий вкус. Вот такие вот перчики сейчас вам покажу в руках. Сейчас сорву. Вот смотрите, размер плода. Очень-очень большие. Вот. Это чуть поменьше один. Тут есть гораздо больше по размеру. Сейчас я сниму, покажу вам. Вот, смотрите, ребята, какие плоды. Он очень и очень острый. Его можно выращивать дома. Я говорил, что это сорт многолетний, с очень крупными плодами. Очень, очень сочный. Смотрите, какой он ребристый весь. Так что можете выращивать такой сорт у себя либо на подоконнике, и можете на грядке. Ребята, советую. Очень крупные и очень сочные плоды. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.